эфире новости на телеканале Катунь-24. С вами Анастасия Борисова. И перейдем к выпуску. Бессмертный полк перенесут на 2021 год. Эту идею поддержал Владимир Путин. По его словам, такие мероприятия нельзя проводить ценой жизни и здоровья людей. Президент пообещал, что в следующем году шествие пройдет, цитирую, «широко, мощно, по достоинству, красиво, так как мы это можем делать и как делаем». Конец цитаты. В свою очередь, исполком общероссийского движения «Бессмертный полк» поддержал перенос на 9 мая 2021 года. И продолжаем выпуск. Новоалтайские школьники теперь могут освоить технологии искусственного интеллекта и дополненной реальности. На базе 8-го лицея Моногорода начал свою работу цифровой центр Digital Lab. Подробнее в нашем сюжете. Первые достижения в лицейском цифровом центре технологий Digital Lab уже есть. Выпускник лицея Юрий Пальшин создал бота для подготовки к ЕГЭ по физике. Бот – это виртуальный собеседник. Вы ему задаете вопрос, он вам дает ответ. Юный специалист загрузил в программу понятия, формулы и другие материалы по физике за 9-11 класс. Таким образом, Юра подготовился к экзамену сам и помог товарищам. Принцип действия прост. ВКонтакте этот бот, он работает. Вы пишете какую-нибудь интересующую тему, например, кинематику, и по этому запросу бот вам выдает абсолютно все, что вам нужно. Другие школьники осваивают виртуальную реальность. В лицее уже есть 10 специальных очков. До 2022 года, окончания федерального проекта, планируется приобрести еще очки дополненной реальности и шлем. С помощью таких технологий можно более эффективно изучать биологию, геометрию и географию. Учителя делятся. В планах разработка собственных 3D-моделей для учебников геометрии, чтобы не просто детально изучать предметы, а проникать внутрь фигур. Собираюсь идти в медицину, я решил углубиться в изучение, допустим, дыхательной системы. Так как на сегодня имеются различные платформы, имеющие уже контент виртуальной реальности, я могу продемонстрировать изучение дыхательной системы. Технологии дополненной реальности доступны даже для малышей, учеников начальных классов. О разработке собственных проектов говорить пока рано, но сделать учебу более увлекательной, возможно, уже сейчас. Как оригинально изучить явление вулканов? Как он устроен, да? То есть вот что тут? Помогай мне. Очаг магмы. Да, вот сама магма. Жерло. И что потом происходит дальше? Как происходит вообще само извержение? Это интересно, да? Магма, получается... Вот нажимай вот сюда, вот на эту кнопочку. Под давлением, да, из недр земли... Выходит дым. Угу. Сейчас идет закупка оборудования, обучение педагогов. Предполагается, что мы 3 школы присоединим к себе и будем с ними работать, с учителями и с детьми. На цифровой центр выделено 6 миллионов рублей из федерального бюджета. На эти деньги планируется также развивать в школе нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта, робототехнику и сенсорику. В центре могут заниматься школьники любого возраста. Обучение бесплатное. Анна Москаленко, Анатолий Фукс, новости. В Алтайском крае с начала 2020 года произошло 9 тысяч пожаров. При этом 84% из общего количества пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем. За 6 месяцев 2020 года в регионе произошел 301 лесной пожар. Эта цифра больше, чем за аналогичный период в 2019. Также увеличились и площади природных пожаров. И в конце выпуска о погоде. На Алтайский край после аномальной жары обрушится шквалистый ветер и ливни. По данным гидрометцентра, в Алтайском крае сегодня днем ожидаются дожди, местами по югу сильные ливневые дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В ближайшие 3 суток в крае местами ожидаются дожди и грозы. Дневные температуры будут балансировать в диапазоне +24 +29 градусов. И на этом выпуск новостей завершен. С вами была Анастасия Борисова.